Шеф-повар Максим Григорьев. Пряный яблочный напиток. С большим удовольствием хочу поделиться с вами рецептиком вкуснейшего пряного яблочного напитка. Употреблять такой ароматный напиток желательно в горячем виде, в стаканчиках из яблок. Если к вам пришли в гости друзья, не поленитесь, приготовьте, они оценят этот напиток по достоинству. Если вы готовы, то начинаем готовить. Время приготовления – 10 минут. Ингредиенты. Гвоздика 4 штуки. Корица палочками 2 палочки. Мед 0,5 чайных ложек. Цедра апельсина 1,5 чайных ложек. Яблоко 4 штуки. Шаг 1. Для приготовления нам понадобятся следующие продукты: яблоко, корица палочками, гвоздика, цедра апельсина, мед. Шаг 2. 2 яблока крупных оставляем под стаканчики. Остальные яблоки моем, удаляем сердцевину. Нарезаем ломтиками и помещаем в сотейник. Туда же добавляем гвоздику, корицу. Наливаем кипяток около 200-250 мл. Отправляем на огонь. Прокипятим минут 5 на небольшом огне. Шаг 3. Пока готовится напиток, подготавливаем стаканчики. Срезаем верхушку, аккуратно ложечкой выскабливаем сердцевину. Шаг 4. Наливаем горячий напиток в стаканчик и подаем немедленно к столу. По вкусу добавляем мед. Пряный яблочный напиток готов. Приглашаю на дегустацию. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.